Друзья, всем привет из Гуанчжоу. Сейчас я нахожусь на секретном рынке сумок Гуанчжоу. Это необычный рынок сумок, это секретный рынок, где продаются сумки, которые есть прямо здесь сейчас в наличии. Их не нужно заказывать, их можно прямо сейчас забрать. Цены здесь более чем адекватные. И здесь ассортимент просто шикарный. Здесь можно выбрать абсолютно из всего. Зачастую также здесь продают и другие товары, типа обуви, кошельков и тому подобное. В общем, давайте сейчас прогуляемся по рынку, посмотрим, что здесь почем, какого качества и что нам вообще предложат. Здесь также представлены модели копии и модели просто no name. Что примечательно, как правило, вот в таких коробках здесь выставлены те товары, которые имеют хорошую стоимость, которые можно взять прямо сейчас. Но, к сожалению, здесь у продавца стоимость не указана. Скорее всего, нужно все узнавать. Также здесь примечательно то, что здесь можно сделать минимальный заказ, возможно, от 10 единиц продукции. Здесь представлены рюкзаки, сумки разного качества, разного формата. Есть стильные такие бизнес-стиль, есть для детей, в общем, спортивные, все что угодно, здесь это можно найти. К сожалению, пока что я сейчас не вижу стока, где была бы указана цена прям со входа. Нужно еще побольше походить, побродить. Многие продавцы здесь почему-то скучают, активно никто не зазывает, не предлагает что-то подойти, посмотреть. Но, наверное, особенности этого рынка, потому что здесь цена действительно очень хорошая. Сортировка всей продукции происходит вот таким вот образом. Просто это все вытирают, пыль вставляют в какой-то защитный пакетик, и на этом как бы все и заканчивается. После чего это все идет на экспорт в другие страны. Окей, thank you, let me check. Вот впервые продавец пошел на контакт, заговорил, показал там на свой ларек, говорит, типа, посмотри, походи, почему бы и нет. Можно подойти, посмотреть, потрогать. Товар есть, вот такие сумки, такие портфели разного категории, разного формата, в том числе и детские. Ну что ж, можно узнать у него и про цену, стоимость. Yes, I see how much. Вот такие вот рюкзачки детские, всего по 15 юаней он мне предлагает. Угу. Разного формата, разными картинками. No name, почему бы и нет, можно взять. Ну что, сейчас я пообщался с продавцом, мне предлагают вот такие вот рюкзаки. При покупке 2000 партий цена на них всего 10 юаней. Пообщался я побольше, после чего он мне предложил, что партия может быть начинаться с 200 штук каждого цвета, что в принципе более чем приемлемо. Ну что ж, я походил, погулял сейчас по этому рынку. Цены здесь намного приятнее. Причем вы видите, что здесь также продают и кожу. То есть здесь продается абсолютно все, и цены на порядок лучше, чем на рынке сумок Гуанчжоу. Этот рынок я крайне рекомендую. Продавцы всегда идут на контакт. Качество товаров тоже неплохое. Друзья, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в Китае. Всем пока!